Три коротких урока на тему, как правильно купить жилье. Пошаговая инструкция для потенциальных покупателей была дана во вторник в редакции журнала «Теле7». Свое мнение по актуальной теме в статье высказали специалисты Департамента строительства, застройщики, банкиры, занимающиеся ипотечным кредитованием, и представители агентств недвижимости. В дискуссии приняла участие и молодая семья, которая собирается приобретать жилье. Это те вопросы, которые потенциальный покупатель задает обычно себе и специалистам. 174 ярославца уже вступили в государственную программу «Доступное жилье для российской семьи». По ней можно приобрести квартиру на льготных условиях не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр. Низкие цены застройщик держит за счет того, что федерация компенсирует расходы на подведение инженерных сетей. В рамках этой программы в областном центре и Ярославском районе уже ведется строительство нескольких домов. Программа нацелена на людей со средним доходом. Это могут быть работники здравоохранения, образования, муниципальные служащие, государственные служащие, многодетные семьи, инвалиды. То есть очень, перечень довольно-таки большой, и поэтому граждане, которым действительно вот не совсем доступна покупка жилья, практически все подходят под эти категории и могут стать участником этой программы.